Прям такие большие плоды с веток свисали. Сейчас и хлебное дерево есть такое. Там даже был, его там жарят, оно такое на деревьях, но вот такие тяжелые, здоровые. Такая хрень килограмм 20, но на дереве. Как так они выдерживают? И это какая-то хрень большая. Одно радует, нигде не было трупоедов, мясоедов. Нет, там не было мясоеда. Нигде не было. Там фрукты эти ели. Здесь нам насадило бы какое-то убийство, жертвоприношение. Собрали все, что можно. Все говно, да. Культ зверя, религии, трупоедение, чтобы карму переносить. Переброску кармы, объединение сознаний, роевое сознание. И сами здесь остались рой. Да. Под себя сделал муравейник, выращивают тлю людей, выкачивают энергию. Последний проект роя. Финальный. Все с Мы сюда оцифровка. Да, 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 да. попали. И мы снова в центре. Только за одну Снова жизнь. все расхерачили. За одну жизнь не получилось, слушай. Все дома по одному. Один заход и пошли, а тут что-то задержались. Тут финал, все, некуда. Мы ж там, где рой. Там, где можно максимально подсерить рой. Ну вот. Последние 3000 лет мы занимаемся роем. Или он нами. Кто-то кем-то, да. Ну уже свет в оконце видим, в конце туннеля. И это радует.